Вот сегодня я бы хотел с вами поговорить по такому вопросу, с которым мы соприкасаемся все в настоящее время и всегда. Это наука, культура и образование. Как рассматривает эти вещи социальные концепции, какие предлагает идеи в этом отношении? Ну, вообще-то скажу вам так, что как-то немножечко тут поставлено не совсем верно. Мне кажется, культура есть то, что обнимает собою и науку, и образование, и много еще прочее. Наука и образование входят в это пространство культуры. Поэтому, скорее всего, что нужно говорить, во-первых, о культуре как таковой. Вот само понятие культуры не всегда встречает однозначные определения. Вот мне представляется, когда мы говорим о культуре, то наиболее таким точным определением, что ли, этого понятия может служить не что иное, как следующее. Культура – это есть не что иное, как воплощение человеческого духа в формах, доступных объективному познанию, объективному наблюдению. Вот же такое культура. Поскольку культура проявляет себя и в области научно-технических открытий и завоеваний, и, естественно, в области образования, она проявляет себя и в религиозной сфере, она проявляет себя и в области философии, в области искусства, в бытовой сфере жизни. Собственно, во всем. Культура, это действительно, это есть, если хотите, выражение вот человека вовне. Поэтому мы можем говорить о самых различных сторонах культуры той или иной эпохи, того или иного человека, того или иного народа. Но в то же время существуют, конечно, и другие определения культуры, которые обращают внимание на отдельные ее стороны. И вот видите, даже данный параграф, как интересно звучит, светская наука, культура, образование. Получается, что наука как некая обособленная сфера, образование – что-то особенное от культуры. На самом деле мы же понимаем, что это входит в понятие культуры. Но язык человеческий, как вы уже помните, он не может однозначно выражать, ну, реалии мира, с которыми мы встречаемся. И поэтому здесь, в данном параграфе, не смущайтесь, что так обозначен он. Причина просто в том, что хочется подчеркнуть или обратить особое внимание из области культуры на науку и образование, как две особенно важные сферы человеческой и общественной жизни. Так вот, если говорить, значит, о культуре, если она является воплощением в осязаемых формах человеческого духа, то, исходя из этого понимания культуры, мы должны сразу оценить, что является первичным в ее сфере, а что вторичным. Совершенно ясно. Первичным является состояние человеческого духа, как отдельного человека, так и общества в целом. Более того, уточню даже, не просто состояние, а, если говорить, состояние духа. И в связи с этим хотелось бы обратить внимание, что дух – это действительно есть реальность, с которой мы соприкасаемся постоянно, которая, ну, очевидна во всем. Иногда спрашивают, что такое дух? Действительно, что невольно вспоминаются слова Платона, философа Платона, о том, что первоначало, то есть самые первичные вещи, не поддаются определению. То есть они не могут быть определены. Они могут быть видимы, то есть непосредственно воспринимаемыми. И они являются как раз теми началами, которые дают возможность для определения более сложных вещей. Так вот и дух. Мы же можем прекрасно понять, что вот есть дух человека, дух книги,
Знаете, некоторые книги, ну, просто ну, невозможно читать. Вот это очень странное явление. Вот я помню, мне что-то нужно было почитать некоторые работы Штейнера. Это основатель антропософии. Я так и не смог. Начинает заболевать голова, и все. Уж я всегда такой, знаете, рационалист и критик. Я боюсь какого-либо субъективизма. Но вот несколько попыток было, заболевает голова от этого Штейнера. Правда, можно преодолеть себя, конечно, и потом привыкнешь и начнешь. Это можно. Но, скажу вам, это дело небезопасное. Так же, как и пищу, можно приучить себя к чему-то. Как сигареты начинают, папиросы курить. Сначала их, знаете, наизнанку выворачивает, особенно девиц, когда они все-таки в силу моды должны идти с этой, значит, презрительно выкуривать что-то такое. Да, их наизнанку выворачивают. Но, в конце концов, можно, конечно, приучить себя. И потом будет курить, и курит. Но даже элементарная медицина говорит, что это сопряжено с большим уроном для здоровья человека. То есть человек наказывает сам себя. Так вот, я говорю, книга, дело даже не в идеях, которые там. Приходилось читать и атеистические, какие безобразные вещи. Нет. Книга сама содержит в себе определенный дух, как и человек, как семья, как дом, в который входите, эпоха, пожалуйста, нация, дух мира. Это очень, это реальности, которые, ну, совершенно очевидны. Одного корреспондента спросили, такого, в общем, человека глубокого, как бы вы могли определить дух настоящего времени? Но это, правда, было в 80-х годах. Он сказал, это дух лжи. Ну, по-разному можно. Кто как воспринимает. Но то, что каждая эпоха имеет дух, это бесспорно. Вот сейчас, когда мы говорим о культуре, вы обратили внимание, каков дух современной культуры? Именно я говорю современный не в смысле того, что с чем мы можем встретиться там, где-то такой. Нет, именно современный, как основного направления, которое выражает, если хотите, главное, что присутствует в современной культуре. Я бы сказал, это дух какого-то безобразия. Есть образ, то есть нечто упорядоченное, нечто красивое, так? А есть безобразие, то есть нарушение, какая-то карикатура. Вот это попрание всего нормального, извращенное представление обо всем. Это дух действительно безобразия. Посмотрите, вот я, так сказать, люблю иногда, когда есть время, за границей сходить в музеи, на выставки культурные. И в чем убеждаешься? Это паразитное стремление к отвратительному, к безобразному. И это проявляется, кстати, хочу вам сказать, не только в области светской культуры, но и в религиозной. Представьте себе, вот ассамблея в Найроби, это Кения, Всемирный совет церквей, съезжаются 2 с лишним тысячи человек делегатов. Среди огромного зала, который в несколько раз, конечно, во много раз больше этого, так стоит распятие. Распятие. Ну, естественно, собираются христиане, Всемирный совет церквей же, они что-нибудь. Так, кто же там распят? Вам сказать? Дьявол, но не Христос. Христа изобразили прям в форме настоящего, отвратительного дьявола. Это верх совершенства. Только отчаянными усилиями всех православных делегатов это распятие перенесли с самого, так сказать, ну, места-то центрального, перенесли так, в сторонку отнесли. Большего добиться так и не удалось. Помню, в Организации Объединенных Наций вводят, значит, нас по этому зданию. И вот смотрите, вот папа Павел VI, посмотрите, подарил какое распятие в ООН. Это ужасно. Я смотрю, что же это такое? Не нашел лучшего. А в чем дело? В чем дело? Это дух времени. Надо же в струю подарить, чтобы это соответствовало современному восприятию и религиозному, и даже духовному восприятию современного человека. Вот это безобразные формы,
Вот, совершенно неестественные, ужасные. Вот это даже не натурализм, и то было бы ужасно, я вам скажу, если представить даже в том виде, что происходит со страдающим, распятым человеком, даже представить, и то и было бы ужасно. Так здесь нет. Здесь еще хуже. Это были бы естественные, так сказать, выражения агонии. Здесь хуже. И вот это вот все безобразное, если хотите, отвратительное, противоестественное, это становится, становится ничем иным, как нормой современной культуры. Обратите внимание, вот телевизор там на Западе включишь. Что такое? Идет человек, все нормально. Вдруг начинает кривляться. Ничего не понятно. И сплошь и рядом, просто и непрерывно идут картины, эти блики, все связаны с чем? Вот с каким-то издевательством над человеком. Выставки. Посмотрите, что. Вот мы возмущались там религиозной выставкой у нас, когда издевательство над иконами, все. Что вы хотите? Сейчас только просто изобретают, чтобы такое придумать, чтобы это вызвало сенсацию. Издают Новый Завет. Новый Завет. Так кажется. Ну, хорошее дело. Оказывается, Иисус Христос в образе женщины. Женщина, джуид Христос. Пожалуйста вам. Оу. При этом делаются заявления высоких официальных религиозных лиц. Вы слышите? Высоких официальных религиозных лиц. О том, что вот наконец-то мы нашли наиболее адекватное выражение Христа. Ибо нельзя же его рассматривать просто как мужчину. Так же? Он должен себе все соединять. И вот это изображение как женщины, оно уже дополняет то однобокое понимание Христа, которое было в истории. Дух. Я вам говорю, что такое дух? Оказывается, видите, это реальность. Реальность, которая постигается, видится. Посмотрите, в области музыки. Я помню, в той же Америке ночью это повели нас, я открыл только дверь туда и захлопнул ее со всей силы и говорю, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Американцы все хохотали. Так, действительно, чем безобразнее, отвратительнее, чем, понимаете, чем более вызывает в человеке противоестественные движения и страсти все на свете, тем, оказывается, это более соответствует духу. Духу. Невольно вспоминаешь опять того же Казимира Малевича, который говорил, что самым совершенным произведением искусства является то, в котором нет ни одного элемента существующего, созданного Богом. Видите, какая идея? Он дал ключ к пониманию современной культуры. Специально или нет, но он-то просто сказал то, что есть. Он ключ дам всем к пониманию современной культуры. Чем, оказывается, она заражена? Богоборчеством. Богозданная природа – все добра зело. Помните же библейские эти высказывания. Добра зело – то все прекрасно. Сама духовная жизнь – что это такое? Это красота. Филокалия – любовь к красоте, аскетика – это восстановление этой первозданной красоты человеческого образа в нашем вот испорченном, поврежденном, болезненном естестве. Все, все, как только мы говорим о Боге, мы говорим о красоте. В романе «Сладкопевца» посмотрите, сколько это постоянно это употребляется, даже само понятие – это калия, красота, постоянно. И вот культура, да, она может действительно идти в русле этого стремления к красоте, а может противоборствовать этому. Вот дух современной культуры, я бы сказал, он проявляет себя во всем. Особенно вот и сильно это в музыке, эти рок, эта музыка, рок-концерты. Я не говорю о всех направлениях рок-музыки. Есть у них, может быть, и более-менее приличные, да, но я говорю об этих самых тяжелых, так сказать, формах. Какой-нибудь там металл-рок. Посмотрите, что делает. И плоды какие. Что происходит с этими бедными молодыми людьми?
когда они уже, теряя буквально рассудок, совершают безобразные поступки. То есть человека оскотинивают. Вы слышите? Ну ладно, оскотинивают. Человек не может просто оскотиниться. Потому что если он пошел вниз, то он обязательно, вот нет слова такого, но, скажем, превращается в бесноватого. Заражается духом бесовским буквально. И потом не так просто бывает выйти ему из этого состояния. Так вот, видите, мне кажется, что культура – это не просто система, как определяется, система ценностей. Ценностей. Потому что вопрос о ценностях – это еще надо поговорить, что ценно. Да. Но, по крайней мере, как система ценностей, да. Или Ницше, например, он как раз негодовал по поводу культуры. Да, и говорил, что она есть порождение человеческого бессилия перед окружающей действительностью, как и вся этика, поэтому надо бороться против этого. Значит, дело вот в чем, что мы можем говорить о понятии культуры. Но я вам сказал вот об этой негативной стороне, но подчеркиваю положительную сторону, что культура по природе своей, если бы это мы захотели говорить, это есть стремление осуществить человеком то, что в нем есть. В нем заложен образ Божий. И тогда культура, конечно, должна иметь эту тенденцию и, если хотите, осуществлять себя в формах, стремящихся к этой красоте. Но дух может быть сатанинским, и тогда мы находим прямо противоположные формы. Еще об одном, что нужно сказать в связи с культурой. Эти внешние, объективные проявления человеческого духа или эти творения человеческие, это само творчество, осуществленное творчество человеческое, оно обладает очень важным, я бы сказал, важной характеристикой, на которые следует обратить внимание. Дело вот в чем. Что все внешние впечатления, какие бы они ни были, они производят действие на человека. Все. Положительные, отрицательные, прекрасные, безобразные. Производят действие на человека. Это бесспорный факт. Факт как религиозного характера, так и чисто психологического, даже если хотите, светской психологии вам скажут об этом. Вот. То есть культура имеет обратное действие на человека. Культура является не только выражением человеческого духа, но она имеет способность и воздействие на человеческий дух, если хотите, формировать в определенной степени человеческий дух. То есть картина, культура, оказывается, имеет два вектора – выходящий и входящий. Отсюда, и то, что для нас как раз очень важно, для нас очень это важно, как мы с христианской точки зрения будем оценивать те или иные явления культуры. Очень важно. Беда, если мы вещи, негативно действующие на душу, начнем рассматривать как положительные. Представляете, что это такое? Вот эта бледная поганка – это, оказывается, очень хорошенький грибочек. Скушайте его. Вот это серьезнейшая вещь. Культура имеет огромное воспитательное действие для каждого человека. Особенно начиная с детского возраста. Очень важно, к чему мы направим человека. Какова тенденция будет его развития? Какую предложим ему музыку? Какие картины? Какие книги? Какие фильмы? Какой образ поведения? Какие ценности нравственного порядка?
оказывает, имеет огромное значение. Все впечатления внешние, оказывается, производят определенные действия на человека. Некоторые из них производят очень сильные действия. Современная культура, кстати, чем отличается? Вот попыткой найти средства очень сильного действия. Это культура эффектов, культура рекламы, которая кричит, пищит, визжит, сверкает, лишь бы так обратить внимание человека на себя. И вот тут как раз очень важен христианский подход. Не все то золото, что блестит. Это надо прекрасно понимать. Опасность колоссальная – смешать добро со злом. Помните, пророк писал: «Горе тем, которые зло называют добром, горькое называют сладким» и так далее. «Горе тем». Вот одна из опасностей, причем очень серьезных опасностей, которая стоит всегда перед человеком. В чем опасность? Даже не в том, я вам скажу, когда человек вот увидит злое, и видит, что это злое, и увлекается им, и следует ему. Потому что в конце концов он понимает, что это злое, так что это нехорошее. Но, допустим, не может с собой справиться. Так сказать, компания, мода и прочие всякие вещи. Ну, не в состоянии он противостоять. Овца есть овца, она не может идти вне стада. И, кстати, в молодежной среде это самое распространенное явление – быть овцой в стаде. Как же такое? Надо же одеть вот такие брючки, чтобы пятку намылить и просунуть туда пятку. Потом, как он назад снимает их, это уже великий секрет, видимо. Но была такая мода в свое время. Ну уж о женщинах говорить не хочу, то зачем затрагивать эти вещи? Да, они сами лучше знают, что тут может только быть и бывает, и есть. Вот. Так, значит, дело даже не в том, когда человек видит, что это или глупо, или даже нехорошо. Здесь где-то внутри, но у человека есть протест, есть несогласие. Самые худшие, слышите, самые худшие не это. Самые худшие совсем другое. Когда он вещи по непониманию, по дурному воспитанию, ну, по разным причинам, когда он вещи действительно дурные, начинает рассматривать как действительно хорошими. Как действительно хорошими. Вот когда в его сознании, в его душе происходит смешение этих понятий, этих вещей, здесь уже никакого протеста внутреннего в душе, в его духе нет. Он даже может, ну уж насчет искренности не хочу, не подходит это слово, но он воспринимает это открыто, без заслона, без порога, безо всего. Зло, когда начинает рассматриваться как добро. Безобразие как норма. Понимаете? Безобразие как норма. Вот что ужасно. И ужасно это, если хотите, в самом корне жизни. Почему? Вся история человечества, как и каждого человека, строится на противостоянии Христа и Антихриста. Иногда это противостояние выражается в сильных просто формах отрицания и все Христа. Есть такие формы? Есть. Борьба с христианством есть? Да. Открытые поношения христианства и так далее? Да. Я вам скажу, это самые грубые и примитивные формы. На кого-то они действовали и действуют. Это верно. Но, я вам скажу, это грубо, это грубятина. Атеизм. Это же грубятина. Вот этот, я вам скажу, антирелигиозный такой атеизм. Вот эта борьба. Это грубятина. Гораздо худшая ситуация, неизмеримо худшая ситуация, когда под формой христианства принимаются вещи антихристианские. Вот тут наступает беда. Когда вещи, осужденные и осуждаемые, и по самой природе своей противостоящие человеку, принимаются за естественные. Когда нормы моральные,
христианские попираются совершенно противоположными, и их называют христианскими. Вы понимаете, в чем дело? Вы обратили внимание, что сейчас в мире происходит? Вот эти секс-меньшинства, так называемые. Что, попытка какая? Вставить на щит это. Это норма, это нормально. Семья, которая всегда была понятна, какая она есть, теперь нет. Оказывается, много есть форм семьи, много вариантов семьи. То есть, вы видите, и это принимается, идет не только из недр, я бы сказал, мы слышим это не только со стороны нехристианских начал. Самая страшная беда. Те, кто называют себя христианами, так, руководителями христианских общин и церквей, а они провозглашают и называют сейчас эти вещи христианскими. Вы теперь понимаете, что происходит? То есть антихриста называют Христом. В конечном счете, вот оно. Кстати, имейте в виду, вот оно, где незаметное принятие антихриста. Это такие глупости, когда начинают, вот шестерки вам спрячут там в штрих-коде, да, в перепись вам подсунут, как будет иметь глобальное значение. Какой, это такой примитив, что просто диву даешься. Какое это имеет отношение к моей нравственности, к моему пониманию христианства, к моей христианской жизни? Эти формальные вещи, как будто мы язычество и занимаемся магией, а не религией. Вот где опасность-то. Там, где мы начинаем вещи прямо антихристианские признавать и утверждать как христианские. То есть антихриста начинаем называть Христом. И вот здесь, в области культуры, мы видим бесконечное множество уже примеров. И не только культура светская, а, как видите, я вам привел просто элементарные некоторые вещи, в области религиозной. Концепция обращается к этимологии самого слова «культура», которое является латинским словом. Означает это слово «возделывание», «воспитание», «образование», «развитие». Видите, культура себя включает. И образование, и воспитание, видите ли, и развитие. Да? То есть оно включает в себя весь комплекс человеческой, если хотите, жизни. Да. Происходит от слова «культус», то есть почитание, поклонение, культ. Многие считают, тут написано, это указывает на религиозные корни культуры. Да, отец Павел Флоренский, например, так и считал, что культура происходит как раз от культа. Мне как-то это совсем не кажется. Совсем. При чем тут? Религию можно рассматривать, я говорю, можно рассматривать, с какой-то отвлеченной точки зрения, как одну из форм проявления человеческого духа. Религию. Но и атеизм то же самое. Почему культура произошла от культа? Да, я не сомневаюсь в том, что действительно, поскольку древнее человечество все было религиозным, то культ, то есть то, что было связано с религией, занимало у него, конечно, большое место. Это бесспорно. Но помимо этого, была и совсем другая сторона. Например, жизнеобеспечение, если хотите. То есть орудие труда, орудие войны, одежда и многое другое. Это же было, конечно, никакого отношения к культу совершенно не имеющее. Свести культуру к культу и оттуда попытаться вывести культуру, мне кажется, это ошибка. Так мне кажется. Но, может, ошибаюсь я. Ну, вот здесь отмечается, что Климент Александрийский – это один из интересных древних таких мыслителей, считал, что культура – это плод творчества человека под водительством логоса. Приводится его мысль. «Писание общим именем мудрости
называет вообще все мирские науки и искусства, все, до чего ум человеческий мог дойти. Ибо всякое искусство и всякое знание происходит от Бога. Вот бы сейчас ему показать бы эти искусства и знания. Он бы тогда посмотрел, от какого Бога это происходит. Пожалуй, он бы немножечко бы сказал чуть-чуть иначе. Святой Григорий Богослов писал, как в искусной музыкальной гармонии каждая струна издает различный звук, одна высокий, другая низкий, так и в этом художник и творец слова «Логос», хотя и поставил различных изобретателей, различных занятий и искусств, но все дал в распоряжении всех желающих, чтобы соединить нас узами общения и человеколюбия и сделать нашу жизнь более, ну, перевели, цивилизованной. Церковь позволяет по-новому увидеть человека, его внутренний мир, смысл его бытия. В результате человеческое творчество, воцерковляясь, возвращается к своим изначальным религиозным корням. Церковь помогает культуре переступить границы чисто земного дела. Предлагая путь очищения сердца и сочетания с Творцом, она делает ее открытой для соработничества Богу. Ну, это то, о чем мы с вами говорили. И дальше вот такое утверждение. Светская культура способна быть носительницей благовестия. Дело вот в чем хочу прокомментировать. В каком смысле? Светская культура, как некие вот эти формы, уже осуществленные формы, они могут быть действительно наполнены и христианским началом. Могут быть, конечно, наполнены. Кстати, вот, например, ну, хотя бы о музыке, речь о музыке идет. Если ребенка воспитывать в лучших музыкальных традициях, музыке религиозной, я считаю, номер один, это, конечно, христианская, настоящая церковная музыка, это номер один. Например, нет, по-моему, совершеннее музыки, чем христианская панихида, например, православная. Это потрясающее что-то. Если только ее как следует исполнить. Так, это потрясающее что-то такое, да. На втором месте, как мне кажется, это народная музыка. Это народная музыка. Вся она создана как? Из души. Естественно вылилась. Это просто именно естественность ее. Так ощущается во всем. На третьем месте это классическая музыка. Это такая уже рафинированная, утонченная. Музыка, которая связана, если хотите, и обязательно с интеллектом, с интеллектуальным даже восприятием. Недаром вот многие математики, я знаю, сходят с ума от Баха, например, Иоганна Себастьяна Баха. Здесь они находят очень, очень много созвучного себе. Да. Вот. Классическая музыка. И уже дальше, уже первые три места заняты, а дальше медали не дают, по-моему, уже кажется. Только три места, кажется, награждаются. Дальше все прочее. Но не просто все прочее. А дальше это уходящее, оно довольно скоро достигает той нейтральной линии, переходя за которую превращается уже в нечто противоположное тому, о чем мы сейчас говорили. Так вот, светская культура, то есть сама по себе музыка, допустим, музыка или живопись, литература, может быть действительно носительницей благовестия. Я думаю, что, вот, например, если взять творчество Достоевского, то действительно скажешь, что это христианнейший писатель, по крайней мере, в большинстве своих произведений, именно христианнейший писатель. Он в художественных формах, если хотите, показал самое главное, что важно для человека. Самое главное, то, что открыло христианство, что оказывается, в каждом человеке в глубине души, даже если он глубоко пал в силу каких-то обстоятельств, еще горит лампадочка. Как бы глубоко ни спал человек, горит у него еще это. Есть хотя бы лен курящийся, но есть в душе. Вот что показал Достоевский в своих героях. Это поразительно просто.
Просто поразительно, с какой силой он, кстати, это показал. Показал силу покаяния. Показал величайшую значимость осознания человеком того, кто он есть. Показал в самых ярких образах. И показал, как человек может восстать из этого мрака. Вот, так что видите, да, вот это светское, это же не, он не богослов, не писал вовсе ни на какие-то религиозные темы, но как он хорошо выразил самую, если хотите, суть христианства о познании необходимости Спасителя и о возможности обращения к Спасителю и спасения для каждого человека. А возьмите его беседу «Повесть о великом инквизиторе», как глубоко прозрел он в суть католицизма, а лучше сказать, в суть вообще вот этого западного христианства, католицизма. Там ведь Христос ни одного слова не говорит. Это поразительно вообще, как Достоевский написал это. Впечатление такое, что это по какому-то чуть ли не откровению он написал. И как точно выражает великий инквизитор самую суть вот этого духа Ватикана. Выражает его противостояние, если хотите, Христу. Буквально противостояние. Ты сказал, твое царство не от мира сего. Какой ты идеалист. Ты ничего не понимаешь. Именно в этом мире мы должны все покорить и захватить. Здесь мы заставим преклониться всех перед нами. Вы только почитайте эти поразительные многие строки, эти слова, которые произносит великий инквизитор. Скажу, что в наше время было бы очень важно сейчас всем бы прочитать эту повесть. И мы бы тогда увидели, что действительно, хотя бы на его примере, как может многое дать светская культура. Действительно, насколько она может быть способной именно к благовестию. Для кого? Для тех, которые еще не способны читать религиозные тексты. Не способны. Но здесь они то же самое увидят христианство, и тогда станут способными к принятию и уже самого христианства как такового. Концепция говорит о той мысли, что творчество может способствовать нравственному и духовному преображению личности. Совершенно верно. Церковь благословляет такое творчество. Это верно. И в то же время предупреждает. Если же культура противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или античеловечной, превращается в антикультуру, то церковь противостоит ей. Вот это явление антикультуры уже сейчас настолько стало мощным, что, по сути, надо бы сказать, что сейчас не столько культура, сколько антикультура в своей основной сути. Церковь напоминает людям культуры, что их призвание – возделывать души людей, в том числе и собственные, восстанавливая искаженный грехом образ Божий. Проповедуя вечную Христову истину людям, живущим в изменяющихся исторических обстоятельствах, церковь делает это посредством культурных форм, свойственных времени, нации, различным общественным группам. Это верно. Ну, это то, что о культуре. Ну, немножко о науке поговорим. Концепция говорит, что христианство, с этого начинается раздел, преодолев языческие предрассудки, демифологизировало природу, тем самым способствуя возникновению научного естествознания. Со временем науки, как естественные, так и гуманитарные, стали одной из наиболее важных составляющих культуры.
Сейчас успехи науки и техники достигли, конечно, потрясающих результатов. Воздействие христианства на становление научной деятельности, а как вы знаете, что исходные позиции науки, они где были-то? В средневековых католических монастырях. Так вот, несмотря на это, развитие науки и техники под влиянием секулярных идеологий породило последствия, которые вызывают серьезные опасения. В общем, мысль здесь какова, я прокомментирую, что та наука, который научно-технический, лучше сказать, комплекс, который мы наблюдаем сейчас в ее развитии, он исходил в начале из христианских общин, из христианских умов. Но помните, мы говорили с вами раньше о двух совершенно различных отношениях или понимании труда. Если западное рассматривало труд как наказание, как иго, как бремя, которое возложено на человека, то восточное православие рассматривает труд как естественное, необходимое и должное в данном состоянии человека. Вот. И более того, рассматривает труд в этом отношении как благословленное Богом. Не как наказание, а как благословленное Богом делание для человека. Делание, благодаря которому человек может осуществлять и самого себя, образовывать, и может осуществлять дело любви по отношению к другим людям. То есть, видите, какие два разных взгляда на труд. Так вот, исходя из этого, мы видим исторически, как это проявило себя. Наука и техническое развитие возникли прежде на Западе, как попытка к тому, чтобы освободить максимально, насколько это возможно, человека от труда. Насколько возможно. Создать ему, если хотите, комфорт жизни, сбросить это бремя или это наказание, которое наложил Бог на человека. То есть вы понимаете, в чем дело? Что уже не открыто, не гласно, но уже противостояние Богу. Ведь труд – это ж наказание. Научно-технический прогресс к чему призван? Достичь комфорта жизни, освободить максимально человека от труда. Все заменить, если хотите, машинами и роботами. Но началось это в христианских умах, но потом это, естественно, уже когда стало очевидным, куда это все идет, то постепенно культура стала терять христианское начало жизни, и в том числе и сама наука стала развиваться независимо от христианских нравственных начал. К чему пришло? Не сейчас, нет, давно пришло. В сознании человека, в сознании ученого, или, если хотите, общее сознание научное, к чему оно пришло? Наука должна быть абсолютно независима от каких-то этических норм. Наука должна развиваться. Ее суть в познании как таковом, в познании и применении этого познания к тому, чтобы создать человеку максимальные возможности для его комфорта, для его власти над миром, для его человека-божества. Есть Бога-человечество, а есть человека-божество. Цель какая? Познаем этот мир. Раскроем силы, которые в нем есть. Приобретем власть над природой и станем
богами. Вот это, так сказать, духовная идея, которая присутствует, бесспорно. В Дубне, например, мы пытались говорить о том, что наука должна быть ограничена христианскими или, ну, религиозными нормами. Протест. Нельзя науку ставить в какие-нибудь рамки. Должно быть свободное развитие познания. Нет областей, да, которые были бы запрещены для научного знания. Мы говорим, ну вот видите, к чему это приходит? К чему приводит это? Ну, самая яркая и сильная атомная бомба. А к чему генная инженерия приведет? Это же ужасы. Причем от этих ужасов никуда человечество не уйдет. Потому что только святая душа, только любвеобильная душа порвет в клочья то изобретение, которое увидит, что оно может нанести вред человечеству. Вот святой человек открыл бы эту реакцию ядерного распада, открыл бы вот эту возможность создания этого уничтожения, он бы в клочья бы растерзал бы это. Никто никогда даже и к этому не пришел. А что может сделать генная инженерия? Во что превратить людей? В создание буквально поколения рабов с какой-то ярко одной выраженной функцией. Чудовищ может породить. Кто мог бы поставить только щит и заграждение здесь? Только душа, исполненная святости и любви к человечеству. Вот об этом забывает научная мысль. Требует себе свободы полной. И эта полная свобода, смотрите, к чему приводит. То есть сейчас уже стало совершенно очевидным и бесспорным, и само собой разумеющимся, что все кризисы, особенно экологический кризис, все они являются антропогенными, то есть рожденными человеческим творчеством, человеческой наукой, человеческой техникой. Причем уже совершенно бесспорно, что это лучший образ, который можно действительно показать, если изобразить научно-технический прогресс. Это гигантский, все более растущий змей, заглатывающий хвост, то есть самого себя. Мы уже сейчас приблизились к тому состоянию, когда уже вот-вот скоро, когда он задохнется, поглощая себя. Но это будет вселенская катастрофа. Экологический кризис уже необратимые процессы наступают. Я уже говорил вам, это же чистая наука, которую политики не хотят, затыкают уши, не хотят слышать даже. Вот достаточно одного факта, который приводит академик Моисеев, что за 20 век количество углекислоты возросло на 21% в атмосфере. А биота, вот этот зеленый покров Земли, не откликнулся фактически. Подумайте, что это значит. Должно быть пышное, знаете, развитие, зелень, это всего должно быть необычайный взрыв просто. Вся земля покрыться, я не знаю, должна быть зеленым покровом. Напротив, к середине века обещают увеличение пустынь на 25%. 20-25%. Что вы? Что это такое? Биоты не откликнулись. Что это значит? Он, как ученый, кстати, не христианин, я очень жалею, что не успел с ним встретиться. Да, не христианин. Вот. И он прямо говорит, что все это грозит гибелью, катастрофой Земли. Кризис, говорит, может наступить моментально. Причем с такой скоростью, что никакими человеческими средствами уже не остановить. Эти необратимые процессы в природе – это нечто страшное.
Причем наступит именно сразу. Все хорошо. Точное, вы знаете, точное подобие того, что описывает Библия в состоянии перед потопом. Все было нормально, все было хорошо, все жили. И вдруг обрушилось. Вот здесь он считает, произойдет точно то же самое. Точно то же самое. Причем указывают сроки уж очень совсем небольшие. Середину, где-то середину 21 даже века. Еще раз говорю, что это ученый, огромный ученый. Не случайно в честь его проводились такие конференции, очень большие конференции специальные. У него интереснейшие работы. Вот что он говорит. Вот что говорит позитивная наука. К чему она приводит своего Творца, если он не поставил своим познанием границ? Ум должен иметь границы своего познания, чтобы не погибнуть. Это еще сказал, Боже мой, когда сказал Каллист Катафигиот. Ум, как он сказал, меру. Ум должен иметь меру познания, чтобы не погибнуть. И это относится как к каждому лично человеку, так и к человечеству в целом. Наука, не ограниченная нравственными нормами, нравственными принципами и высшим принципом, любовью к человечеству, так превращается в монстра, который уничтожит своего Творца. Уже сейчас Творец уже попал в рабство своему творению. Мы уже не можем не производить тех хотя бы машин, да, которые все отравляют на свете. Весь этот воздух. Мы не можем отказаться от тех форм цивилизованного существования. Да. Не можем. Человечество погибнет. Электроэнергия. Только энергия. Все стоит сейчас на ней. Все. Все сразу же наступит катастрофа в мире. Если не будет просто вот этой энергии, электроэнергии. Вот к чему мы пришли. Уже натуральным хозяйством человечество не проживет. Опоздали. Так вот, наука, видите, но с другой стороны, концепция отмечает, что научное познание, оно приводило очень многих к признанию Бога. При этом обращается внимание на известные слова апостола Павла. Вот. Особенно выделяются здесь общественные науки. В силу своего характера, неизбежно связанные с областями богословия, церковной истории, канонического права. Приветствуя труды светских ученых в данной сфере, церковь в то же время не считает рациональную картину мира, иногда формируемую этими исследователями, полной и всеобъемлющей. Религиозное мировоззрение не может быть отвергнуто как источник представлений об истине и так далее. Хочу сказать здесь так, здесь все очень тоже непросто. Вот только вчера мне пришлось встречаться с одними деятелями, и один из их вопросов, ну как же все-таки сопоставить вот эту библейскую картину происхождения мира с научной? Ведь посмотрите, сколько когда-то эти существовали, эти динозавры и прочее. Миллиарды лет же. А Библия говорит... Я говорю, что говорит Библия? Ну как, что? Ну, совсем недавно мир произошел. Я говорю, ну как, сколько? Ну сколько? Ну, несколько тысяч лет. 5, 6, ну 10. Представляете? Вот дело в том, что наша литература богословская, достаточно давние, конечно, ну, даже достаточно дореволюционные, но это перепечатывается сейчас. Утверждаю, что будто бы Библия является хорошим учебником хронологии человеческой жизни. Мне однажды так надоело, один из студентов первого курса, это было давно, он университет до этого окончил, все, когда я говорил, что 5508 – это цифра нереальная, а символическая – восстал. Я говорю, все, ты будешь писать сочинение на эту тему. Все пишут на другую, ты будешь писать на эту. Все, прекрасно, договорились.
примерно недели через три или через месяц он все ко мне подходит с поклонной головой. Нет, Библия не дает оснований для того, чтобы мы сказали, сколько лет тому назад произошел мир. Еще о человечестве, но более-менее, учитывая евангельскую, если хотите, вот эту, ну, с рода хронологию. Хотя, надо сказать, это не хронология. Ну, помните, да, хронология от Христа до Адама. Да. Думают, что это перечисляются все роды здесь, все родственники. Конечно же, нет. Ну, допустим, ладно, допустим. Пусть здесь еще как-то ясно, что здесь картина, ну, исчисляется тысячами, ну, десятками тысяч лет. А в отношении происхождения Земли, Вселенной, раз в Библии что говорит, никаких цифр мы не можем тут назвать. И это область науки, и только науки. Кому интересно, ну, пусть пытается посчитать, да, сколько существует времени Земля и Вселенная. Для религии это не имеет никакого значения. Миллион ли, миллиард ли, триллион ли лет? Какое имеет значение для религии? Абсолютно. А в отношении человечества, я ему сказал, современные данные науки прямо говорят, что человек Homo sapiens, то есть вот тот, которым мы являемся, он возник не ранее, где-то порядка 30-35 тысяч лет. Те же формы, которые называют, вот нашли там миллион лет назад и так далее. Я говорю, учтите, это все то, что ищет наука в качестве предков человека. Не человека, а предков человека. То есть поиски того, откуда, от кого произошел человек. И вот находя вот эти вот вещи, то там, то сям, на что указывает? Не человек, а предки с точки зрения мысли, теории вот этих ученых. Человека. Человека. Слышите? То есть это еще не человек. Вот. Ну, а если это, говорит, 30 тысяч лет, то это очень близко, в общем, если хотите, даже вот к тому, даже, я бы сказал, просто даже библейскому, или лучше сказать, традиционному пониманию, когда называется там, ну, не 5508, конечно, это символическая цифра, да, а то, что он существует недавно, буквально какие-нибудь, ну, вот, несколько там, ну, десятилетий, тысячелетий, в смысле, да, это уже очень близкие формы. Значит, наука, с одной стороны, она людям, изучающим этот мир, открывает Бога для того, по крайней мере, кто стремится изучить этот мир, кто хочет стремиться к познанию истины. С другой стороны, наука, оторванная от религиозных и нравственных корней, так грозится стать тем чудовищем, которое уничтожит своего Творца. Церковь предупреждает об этом. И, наконец, о образовании. С одной стороны, здесь содержатся серьезные предупреждения о том, что светское образование, светское, не должно быть антихристианским и антирелигиозным. Светское – это совсем не антирелигиозное. Это очень важное замечание, чрезвычайно важное. Потому что, как правило, светское – это значит антирелигиозное. Светское значит нерелигиозное. То есть нет тут специального религиозного образования не дается. Это верно. Но ни в коем случае не антирелигиозное. Это совсем разные вещи. Светское – это не значит атеистическое. Вот это очень важно. Более того, содержится пожелание даже, чтобы система образования, система была построена на религиозных началах. Вот. Я бы сказал бы очень, как следующий важный факт, что образование с необходимостью, с полной необходимостью должно включать в себя прежде всего помощь в выработке для каждого получающего образование твердого мировоззрения. То есть образование должно создать условия для учащегося, чтобы он мог получить мировоззрение. Необразованный тот человек, который не имеет мировоззрения. Необразованный. То есть он не знает, к чему стремиться. У него нет последней цели жизни.
Нет понимания смысла жизни. Какое же это образование? Можно знать все, что угодно. Знание – это материал. Мировоззрение – это вот тот план, если хотите, та идея, вот, которая идея того, что я буду строить из этого материала, что я хочу построить, к чему я стремлюсь. Не надо смешивать вот это образование как сумму знаний, так и мировоззрение, как то необходимое, при котором только эта сумма знаний будет иметь свой смысл. Недаром Гераклит темный, великий Гераклит, древнегреческий философ VI столетия до нашей эры, говорил, что само по себе много знания уму не научает. Правильно. Незнание сами по себе должны быть целью образования. А цель образования – первое, мировоззрение правильное. Второе – образование с необходимостью должно включать в себя в качестве, может быть, важнейшего элемента – воспитание. Воспитание. Ну, на началах, если хотите, того мировоззрения, да, который приобретает человек. Там, где этого нет, образование теряет весь свой смысл. Содержится здесь критика материалистического и антирелигиозного образования, как будто бы носящего светский характер. Затем содержится предупреждение относительно учебных стандартов, программ и принципов образования из организации, известных негативным отношением к христианству или к православию в частности. Ну, само собой понятно. Вот. Предупреждение также о том, чтобы в светскую школу не проникали оккультные, неоязыческие идеи и влияния, влияние деструктивных сект и так далее. Поэтому церковь предлагает, написано в концепции, полезным и необходимым проведение уроков христианского вероучения в светских школах по желанию детей или их родителей, а также и в высших учебных заведениях. Церковь предлагает это с необходимостью. Почему? Это необходимо даже в плане вообще образования. Люди, школьники должны просто знать о том, что такое христианство, что такое православие, особенно находясь в такой стране, как Россия. Вот так, друзья мои. Это вот те основные моменты, которые я вам хотел предложить по этому параграфу. Видите, он небольшой. Я вам наговорил слишком много. Но видите, в чем дело? Нельзя же просто... Это же основы. Это, если хотите, тезисные изложения в основу вот этой социальной концепции. Это тезисное изложение некоторых идей. А очень важно расшифровать их, правда же, и посмотреть на них уже в более полном, я бы сказал, объеме.